Возможно, имеет смысл обыскать сам дом, весь двор и ближайшие окрестности, чтобы найти свидетельство происшедшего. Да, поискал я здесь немного, побегал. Одну из частей я нашел в трубе. Вторую часть я нашел в машине. И третью часть я нашел здесь. В этом трансформаторе, да, скорее всего, что это такое. Вот и все. А четвертую часть я не могу вообще никак найти. Я даже нашел гитару для Сидоровича. Ну, хотя ее несложно было найти. Сейчас отдам эту гитару. Ну, четвертую часть я никак не могу найти. Часть трупа. Домой хочу. Домой. Поэтому я думаю отложить это задание. Как дела, стал? Так, по поводу поручения насчет гитары. Вот она. Получены деньги. Что за бодягу ты мне приволок? Естественно, нам пока все. Ничего не нужно. Удачи. И по заданию у нас остается единственное то, что пока можно выполнить, это встреча с проводником, который должен перевести нас на свалку. Возможно, я потом сюда вернусь, довыполню задание по поиску этих самых костей. Так, сейчас я обыщу все тайнички. Ящички, еще один контейнер я видел на чердаке этого дома, пока обыскивал здесь все. Ну, я все обыскал. Но не могу я никак найти четвертую часть. Или первую, там не суть важно. Так. Кстати, нужно где-нибудь будет сложить эти кости, чтобы их с собой не таскать. Колодец тоже проверял. Но нету нигде. Что-то я не досмотрел, видать. Сложу я, наверное, эти части в машину, уже которую я нашел. Возможно, потом вернусь сюда. А нет, их нельзя просто. Сколько они весят-то? Они весят по килограмму. Придется бегать с ними. Ладно, не страшно. Сейчас я добегу до проводника. Кстати, а может быть доктор знает, где находится еще одна часть тела? Ведь музыкант говорил нам то, что приносил кость, которую нашел под половицей в доме, на осмотр доктору. Доктор сказал, что это часть человеческого. Кость человеческая. Возможно, доктор знает, где еще одна часть. Может, он принес ему, и он оставил ее у себя. Сейчас как раз я бегу к доктору. Я думаю, кровь камня мы не найдем на этой локации. Хотя, возможно, где-нибудь в тайнике она и есть. До встречи, да, доктор нам ничего не говорит. Ломоть мясо. Он себе забрал его, который мы приносили для бывалого. А здесь пусто. Ладно. Пока ничего, значит, мы не выполняем из этих заданий. Встретиться с проводником. А проводник где? Он мертв, что ли? Его собачки загрызли. Так. Задание обновлено. Перебраться через насыпь. Можно попробовать здесь, конечно.
Аномалия меня убила какая, да? Влетел. Да, в очередной раз обновилось у нас задание. На этот раз нужно встретиться с Лисом. Я еще не на свалке, но радиация тут тоже присутствует. Ну, радиацию можно найти везде, по всей территории зоны. Но у нас есть артефакт на вывод радиации, поэтому по этому поводу мы сильно не переживаем. Держи аптечку. Так, спасибо. Теперь я внимательно слушаю. Торговец сказал, что ты можешь знать о стрелке. Из чего это им все в последнее время заинтересовались? Сказать, что я лично его знал, так совру. Не было такого. Опыт общения, правда, кое-какой есть. Так как и его группа моих ребят обстреляла. Никто не пострадал, они явно других ждали. Так что дальше разошлись мирно. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. Серый мой брательник сейчас в ангаре на свалке. Я тебе скину координаты, пообщаешься. Он о стрелке больше знает. На выходе поосторожней, там компания бандитов обосновалась. Кстати, тут за мной мутанты гнались. И не думаю, что они угомонились. Не поможешь мне их отстрелять? Раз-два. Всего-то делов. Спасибо за информацию. Все, одолели тварей. Как одолели? Уже? Слышь, приятель, ты меня дважды выручил, я таких вещей не забываю. Возьми, вот уж чем богат. Спасибо. А по торговле? Слышь, Меченый, тут еще какие-то документики. Нашакалил чемодан, с ними украл с блокпоста. Его надо Сидоровичу закинуть. Вот только чемоданчик с этими бумагами я бросил, когда текал от этих. А мне тут человечка одного дождаться шибко надо. Ты не сбегаешь? Это за забором у южного блокпоста. Надо аккуратненько мин-мин проскользнуть, потом по дереву. За колючку перебраться, потом вдоль забора. И куча мусора. Там еще сортир рядом. Так мимо не пройдешь. Место издалека учуешь, ха-ха-ха. Сидорович подобными бумажками шибко интересуется и будет. И будет спок, не обидит. Когда притащишь. Так, ну а чего ж не сбегать? Сбегаю.